Обязательно. Символ нашего героя. Сюда проходим вперед, чтобы лицом смотреть на Александра Ивановича Покрышкина. Видим посвященный 95-й годовщине рождения нашей советской Красной Армии и военно-морскому флоту объявляется открытым. В очередной раз у этого замечательного бюста герою, олицетворению героизма наших советских солдат во время Великой Отечественной войны Александра Ивановича Покрышкина, в очередной раз мы отмечаем с вами замечательный праздник Советской Армии и Военно-Морского Флота. С момента возникновения государственности сила, суверенитет и защищенность народа определялась тем, какая у него армия, как она вооружена, какая идеология, чему приходят служить солдаты, офицеры в армию и военно-морской флот. Нужно сказать, что тягчайшие испытания с момента создания Красной Армии и дальнейшие испытания показали силу наших вооруженных сил, их способность решать самые сложные, самые тяжелые задачи, противостоять одновременному наступлению, буквально, если говорить о 17-м году, это 2 из 10 государств на нашу Россию, слабую, только зародившуюся советскую Россию. Если говорить о Великой Отечественной войне, это фактически вся Европа прислуживала нацистским войскам, нацистскому вермахту. Наша советская армия разгромила эти войска. И сегодня надежды нашей страны и нашего народа связаны с тем, насколько быстро мы сможем вернуть в российские вооруженные силы вот это наследие советской армии, советского военно-морского флота. И то, что наш народ празднует этот действительно общенародный, общенациональный, любимый праздник, говорит о том, насколько и в нынешних условиях любят свои вооруженные силы наши люди, наше гражданское население. И это залог того, что справимся мы с этим разрушением, деморализацией, и мы восстановим традиционную нашу российскую армию, которая будет руководствоваться интересами народа, интересами государства. С праздником! Ура, товарищи! Ура!
Поздравляю! Здоровья, крепости! Спасибо. Служу советской родине! Ура!